Здравствуйте, это актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Борис Витальевич Андреев. Здравствуйте, Борис Витальевич. Здравствуйте. Ну, прежде я хочу поздравить вас с наступающим вашим профессиональным праздником. И скажите, пожалуйста, какое значение имеет День медицинского работника для всех работников системы здравоохранения? Спасибо за вопрос. Ну, я хочу сперва поздравить своих коллег, это врачей, медицинских сестер, санитарок наших, с наступающим днем медицинского работника, пожелать им счастья, добра, благополучия. Главное, чтобы было очень хорошо в их семьях, чтобы их поддерживали всегда. И успехов нашей трудной, но благородной работе. День медицинского работника – это, можно сказать, всенародный праздник. Все люди приходят в этот мир в роддомах, можно сказать, в руках наших акушерок, наших гинекологов. И, что прискорбно, все-таки уходят на тот мир – в наших же руках. И всю жизнь они лечатся у нас, проходят медосмотры у нас. Поэтому, кто сейчас слушает это интервью, они вспомнят благодарствием своих врачей, своих медицинских сестер, которые оказали им то, что нужно было, оказать им свою помощь, показали свою доброту, за лечебные учреждения, за наше правительство, за наше Министерство здравоохранения, за наше здравоохранение, что она все-таки шагает ногу со временем. И День медицинского работника, я еще считаю, это для себя лично, да, это моя мама была фельдшером, мой сын сейчас в Москве работает, врач-кардиолог, жена, врач-психолог. Поэтому вот династия медицинских... Да, вся семья. Династия медицинских работников, та, которая работает в основном республиканской больнице номер 2. Я сам начинал с молодости там работать. Даже начинал с санитарки в роли. Мыл как в 9 классе, мыл полы там. Потом проходил практику и работал еще медбратом там, потом доктором и главным врачом. Республиканская больница номер 2 – это, по сути, ваш родной дом. Да, это мой второй дом, которым я горжусь, тем коллективом, которым я работаю. Я всегда хочу относиться с добром. Они всегда поддерживают меня, настраивает на путь истинный, как говорится. Люди трех поколений у нас работают. Это те молодые, которые к нам пришли совершенно зеленые ребята. Есть средний возраст, самый работоспособный. И люди пожилого возраста, которые работают наставниками и передают свой опыт уже этим же молодым специалистам. Борис Витальевич, вот республиканская больница номер 2, что вот изменилось, как вы считаете, в последнее время, вот в ходе реализации различных целевых программ, которых очень много? Действительно, сейчас в здравоохранении все очень бурно и быстро развивается. Вы правильно заметили, очень бурное развитие идет сейчас в Российской Федерации по здравоохранению. Мы, можно сказать, по Дальнему Востоку первыми вклинились в программу сердечно-сосудистых заболеваний благодаря нашему правительству Ильдархана. В свое время мы вклинились в эту программу и создали у себя региональный сосудистый центр. Вот она за время своей работы, она открылась в 2010 году, за 7 лет работы оправдала себя в том плане, что все 4 отделения, 2 новосозданных у нас внутри больницы, снизили смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, это от инфаркта миокарда, от инсульта,
инсультов. И мы отмечаем, что это снижение идет, что люди своевременно начали обращаться по скорой медицинской помощи, и круглосуточный режим нашей больницы довели до такой степени, что все знают, чем надо лечить, что надо сделать, когда скорая приезжает. Скорая сразу звонит к нам, и его работа начинается уже, когда подъезжает машина. Да? Мы начали стентировать, проводить коронарографию. Раньше у нас такого не было, поэтому за положенное время, чтобы до инфаркта дело не дошло, мы ставим стенты, и эти люди без инфаркта у нас очень хорошо выходят. С инсультами мы начали разбираться до такой степени, что сейчас этим же ангиографом заходим через артерии, и доходим до места тромбообразования и тромбоэкстракцию делаем. То есть мы предотвращаете. Да, этот тромб вытаскиваем оттуда. И кровоток восстанавливается, и инсульт очень легко протекает. Поэтому люди благодарны. Если раньше только 25% где-то выходило от нас на своих двух ногах, если так сказать, да, образно. Сейчас люди уже где-то 60% уже в трудоспособном виде выходят. То есть хорошо восстанавливаются. Хорошо восстанавливаются. Борис Витальевич, вот эффект в борьбе с недугами, он же еще в значительной степени зависит и от материальной базы. Но вот насколько республиканская больница номер 2 оснащена современным оборудованием и что еще в планах? Недавно к нам года полтора тому назад приезжали корейцы. Делегация очень большая была, человек 12. Пригласили их с ФФУ, и они к нам пришли на ознакомительную экскурсию. Да? Тысячековочная больница. И когда они увидели, что у нас МРТ две штуки, один полуторатесловый, другой трехтесловый. Единственный в Дальнем Востоке 3-тесла у нас стоит, который смотрит с ног до головы, вплоть до раковых клеток, там она находит, да? И два КТ компьютерных томографа по 64 среза, да? Toshiba и Siemens, УЗИ экспертного класса, их 5 штук. Вообще больница оснащена больше 1000 современным оборудованием штук. Они сказали, вы, оказывается, лучше нас живете, Борис Витальевич. Да. У вас правительство, оказывается, поддерживает очень хорошо, министерство поддерживает здравоохранение. Да, говорю, мы хотим быть в передовиках, поэтому наши вот просьбы выполняются в этом плане. Да? И вот они были очень удивлены, и они сказали, нам нечем учить вас ни к чему, вы все умеете. Они приглашали наших МРТшников и КТшников к себе на работу. Врать не буду, но ребята по-английски с ними только так разговаривали. Они же обучены у нас, основном, кто имеет опыт работы с иностранным оборудованием, они очень хорошо знают английский язык и стажировку проходят и в Германии, и в Австрии. Молодые специалисты такие. Да, очень хорошо. Ну вот из программ, если взять, то последняя программа, которая в этом году заработала у нас, это открытие травма-центра первого уровня. То есть мы на инсульты, на инфаркты стали влиять, да? А вот травмы у нас как-то отдельно оставались. Мы их собрали в одну кучу. И сделали травма-центр, все функционально соединили все отделения, директора поставили травма-центра. И сейчас, начиная от ДТП, заканчивая бытовыми травмами, все поступают к нам. В этот центр? Да, в этот центр. И два отделения. Отделение экстренной травматологии, отделение ортопедии вплотную занимаются такими
пострадавшими. Мы сейчас используем самые современные расходные материалы. Если раньше человек лежал на скелетном утяжении, прикован был к кровати, пока срастется эта кость, то сейчас человек может уже на вторые сутки встать и ходить на костылях. Это вот новые штифты, новые пластинки, которые приобретаются за счет финансирования со средств обязательного медицинского страхования. Борис Витальевич, вот материальная база, это, конечно, очень важно, но все-таки определяющим звеном, и вы со мной согласитесь, являются, конечно же, профессиональные кадры. Вот как обстоят дела в вашей больнице с обеспеченностью специалистами, особенно вот узкого профиля? Недавно только я свой отдел кадров спросил, кого этой осенью будем брать. С кем мы договорились? Мы впервые ввели среди лечебных учреждений понятие целевой подготовки кадров в Северо-Восточном федеральном университете, в медицинском институте. То есть мы отбираем хороших ребят, которые могут быть хирургами, анестезиологами, реаниматологами, неврологами, и начинаем с ними заключать договора. Еще когда они студенты? Да, 5 и 6 курса. И следим за ними. И за это, то, что они к нам идут работать, больница со средств хозрасчета, да, оплачивает им по 10 тысяч в год, чтобы они обучались хорошо и знали, что больница будет их поддерживать. Своеобразная, да, такая стипендия, да? Да, своеобразная стипендия идет. Поэтому вот каждый год у нас идут уже нами изученные, обученные, можно сказать, кадры молодых специалистов, те, которые подают очень хорошие надежды. И вот я спросил отдел кадров, нам кто нужен? Борис Витальевич, нам анестезиологи, реаниматологи только нужны. Хирургами у нас уже забито, неврологами уже укомплектовано полностью, да, поэтому я не сказал бы, что у нас какой-то кадровый голод, да, нету такого у нас большого кадрового голода. Со средним медицинским персоналом мы тоже установили грант главного врача. Я со своего кармана и хозрасчета совместно этот грант вручаю каждый раз на выпускном вечере двум молодым специалистам, которые заканчивают с отличием, и приглашаем к себе на работу. Это своего рода тоже стимул тех девочек, которые там учатся, да? Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. Борис Витальевич, от всей души искренне поздравляю вас с наступающим Днем медицинского работника. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо всем вашим коллегам. Спасибо. Еще раз напомню, что гостем в студии был главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Борис Витальевич Андреев. На этом мы заканчиваем. Будьте здоровы.